Светлое? Угу. Капец, на улице дубел. Скажи, влог снимаю. Вот здесь у нас еще остались вот такие вот шарики. Здравствуйте. Всем приветик. Доброе утро, уже не доброе утро, уже добрый день. Всем добрый день. Что ты хочешь от меня? Можешь мне накрасить ногти? Накрасить ногти? Мне тоже. Черные. У меня нет черного лака. Каким цветом? Вот это. Это будешь наклейки клеить? Черный? Ой, фон высох уже, выкинь его. Нет, нет, нет. Что? Это мне нужно теперь. Светлым? А мне... Мазюкала за мазюкала. Надо пробовать. Как стол? Кики, куда-то туда убрать стол вот так. Зачем? Прямо? А куда ты кики уберешь? Ты хочешь стол вывернуть прямо? Да. На всю стену? Да. Я думаю, вот так. И что изменится? Это чтобы это было так. Где Кики? Она там спит, наверное. Водичка у нее бежит? Mm-hmm. Да. Она где-то туда пошла. Mm-hmm. Кики. Mm? Бонь, ты хочешь с Кики поиграть, да? Да. Теперь надо все выключить. Накрась ей ногти. У меня ногти еще не высохли. Что, не высохли? Ты мне. Так. Так, подмести надо. Капец, на улице дубел. У нас так трава выросла. Мы ее уже сколько, наверное, месяц не подстригали. Но сейчас никто не подстригает, даже у соседей. Зимой вообще мало подстригаем, а? Да. Давай, двигай. Какие-то там непонятные. Да? Двигай. Че, тяжело? Давно вы не открывали копилки, как раньше, помнишь? Раньше копилки открывали и покупали себе что-нибудь. Да, вот теперь туда никто не ложит. Да, теперь туда никто не бросает монетки, поэтому свинка у нас пустая. Зашел. Так будет. Угу. Тут у меня будет стоять этот компьютер, а тут у меня будут два, угу. Чтобы вместилось. Давай. До конца к стенке двигай. Туда нужно немножко к стенке до конца подвинуть, чтобы щели там не было. Эта фигня мне бесит. Что это такое? Вот это надо для компьютера. А, такая огромная. Да. Нужно вниз куда-то убрать. Ну что? Как успехи? Удобно здесь будет кресло стоять? А мне лучше вот сюда. Как хочешь. Лучше вот сюда. Ну да, лучше спрятать его туда. Привет, Санта-Клаус. Прям до пола этот. Бубенчик уже порвали. Смотри, он уже прям это... Да. Весь с мясом вылазит. Да. Обратно засунь. Надо зашить. Не засовывается. Да. А что у него за человечки? Грек. А там скорость можно увеличивать как-то. Ага. Как скорость? Ну это по-моему. Ну пойдем, давай. Ксюш, давай быстрее открывай. Ксюша. Кушай, елочка кушай, там наверху. Кушай, девочек. Мы в прошлом году когда наряжали? Где-то в декабре какого-то, да? Угу. Вот
Вытащи ключ. Ключ вытащи сначала, потом распутаешься. Все. Так, несем нашу ёлочку. Она тяжелая? Нормально. Открой. Так, мы сейчас сначала покушаем. У меня тут супчик варится. Бульон. Тут овощи. Тут у меня рис. И сейчас сделаю рыбные палочки в духовке. Потом уже будем собирать елочку. Давай. Что ты делаешь, Маргарита? Ты снимаешь? Скажи, влог снимаю. Ой, спасибо, Марго, у вас красивая мама. Очень приятно. Влог снимаем или снимаем? Сни. За кого? За кого? Так, все, гости у нас уехали. У нас бабушка с дедушкой были. Время 7:30. У нас есть час, чтобы елочку собрать. Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out. Since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out. Ну что, елочка почти готова. Вот здесь у нас еще остались вот такие вот шарики серебряные. Но здесь нет веревочек. Что будем делать? Привяжем веревочки. Давай. Ух ты, да, вот это вот нужно пластиковое. Так, забирайте все шишки, иначе Бонни сгрызет. Так, вот я, наверное, вот эти вот еще довешаю до конца, да, белые. Let's go outside. We can hang out on the beach with our friends. Нет, я все время хотела, знаешь, такие в розовых оттенках. Я еще в прошлом году хотела в розовых оттенках. Но продавали в одном магазине. И я сразу не купила. Думаю, ладно, попозже куплю. И потом, когда я уже туда пришла, их не было. И все. Я профукала. Значит, на следующий год. Не знаю. Если увижу, потому что пока что я не вижу. Наверное, розовые. Наверное, розовые самые такие. Как все я хотят, да. 100% у всех есть красный. Ну, красный он такой, знаешь, более распространенный. Да. Я уже не знаю, куда вешать. Где-то тут уже все забито. Сколько еще осталось? Это еще. Угу.
распутываем. Все, готово, елочка. Не моя, моя. Ну я не знаю, нам не хватает. Вот тут, знаешь, раз, два, еще две гирлянды надо. Но точно такие же я не могу купить, потому что если покупать через eBay, знаешь, они придут давай, только в январе. Давай мы купим, но только не такие, а другие, чтобы сюда, сюда и на улицу туда. Ну вот разные что ли будут, так некрасиво разные. Смотри, мы купим две разные, вот эту вот сюда, потом тут вот такая, тут другая, тут вот такая, тут другая. Не знаю, там же нужно еще включать в розетку, у нас нет больше там розеток. Все, теперь убираем, 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 убираем. Нет, лучше. А время, кстати, да, уже 8:30, через полчаса спать. Я хочу вот эту вот коробку упаковать. И под елочку положить, как будто бы это подарочек. И будет у нас под елочку подарочек. Розетка. Ну, она же классная. Ну и что? Что страшно? Ну давай искать код на море, чтобы были маленькие. Не знаю, где. У нас были раньше, помнишь, подарочки? Но, по-моему, все уже это. Папа их выкинул. Выкинул? Да. Хорошо, я эти коробки не выбросила. Я бы хотела их выкинуть. Какие коробки? Ну не знаю, это из-под камеры, что ли? А, нет, это принтер. Да. Я бы хотела выкинуть, но я выкинула. Все, вот так вот. Два подарочка пусть здесь лежат. Я ничего подарочки упаковывала, только это не настоящие. Нет. Что с ней? Она боится листочка. Она хочет укусить, но она... Бонька. На. Маму! На. Вонь такая странная. Странная. Она колючая же еще. Ай, ты мне палец сейчас съешь. Дай сюда, дай сюда. Дай сюда. Санта-Клауса поставим. Бонни, что ж ты там? И вот этого олененка, помните? Мы в прошлом году брали. Тоже поставим здесь. Бонни. Все. Уже глаз кто-то ему оторвал. Надо глаз пришить. Все, вот так вот. Красота. Вот такие вот. Ну, мышку мы оставим. Хоть это год следующий не мышки, но все равно. Мышка пусть будет. Бычка у нас нет. Тут свечки такие вот. Золотистые. Далее вот такой вот. Тоже у нас с прошлого года. Серебристого цвета. Как раз подходит.
вытяжку немножко украсили. Вот такой вот мишурой. И мышка стоит. Ох ты какая, футболистка. Так звонко гавкаешь. Иди быстрее. Так, все, девчонки, Маргарита. Готовы спать? Завтра как обычно? Да. Все, телефон на полочку. Все, пока. Нужно пока убавить. Так, и вот этот коврик, когда ты будешь стирать? Иначе она опять на него насикает. Насикала на этот коврик. Кстати, мех настоящий, между прочим. Да. И вот эту вот коробку мне нужно отправить. И завтра будем подарки разбирать, потому что видео нужно уже снимать. Хорошо? Да. Ребятушки, пойдем и спать. Да. Нет. Рано утром вставать. Пойдемте, все. Нет. Да. Пойдем с папой спать. Давай. Ну, с папой спать пойдем. Нет, папа, нет. Все, ребят, всем пока. Мне еще видео нужно монтировать целых два. У меня еще день не заканчивается рабочий. Делать. Ну хорошо, все. Нет. Макси, пойдем зубки чистить, потом папа придет. Пошли. Все, всем пока. А? Ой, перед Рождеством, числа 20-го, наверное, 22-го. Где-то так. Числа 20-х каникулы начнутся. Так. Не знаю, а? Недели 3, наверное. Все, Каролина. Нет, не надо кушать. Убираем еду. Кушать завтра. Нет. Идем чистить зубы. Смотри, Бонька, у тебя сейчас оторвет бубенчик. Он уже. Его зашить надо. Посмотри, что случилось с ним. Смотрите. Все уже. Сейчас он потеряется, оторвется. Зашить нужно его. Пока. Все, спокойной ночи. Всем пока, говори. Пока. Пока, Дед Мороз.